В голубом зале главного здания Казанского федерального университета состоялась встреча с делегацией Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами во главе с Абдугапором Киргизбаевым. Презентуя Казанский федеральный университет, Тимирхан Алишев отметил, что у вуза подписаны договоры с 44 организациями Узбекистана. Реализуется 46 совместных образовательных программ. Около года назад, по-моему, как раз это был июнь месяц. И действительно, тогда мы завязали очень хорошие интенсивные связи. Несколько поездок состоялось в течение года. У нас коллеги с вами договорились о совместных проектах. Один из проектов будет сегодня у нас подтвержден подписанием соответствующего соглашения по реализации сетевой программы по начальному образованию. На сегодняшний день в Казанском федеральном университете учатся 2282 гражданина Республики Узбекистан, больше, чем в каком-либо другом российском вузе. Количество образовательных направлений у нас 40. Количество специальностей и магистратуры 29. Количество студентов в общем на очные, заочные, вечерние около 224 тысячи. В конце встречи руководство университетов подписали меморандум о сотрудничестве. Сабина Гасанова, Александр Кузнецов, Универньюз.